появляйся сначала. У меня ожидание начала сессии. Как бы катастрофично будет. Опять из воздуха возникнешь, как бы я тебя пристрелю по-быстрому. Ой, ёп! Так и случилось, да? Меня? Да. За что я почти загрузился? У меня ожидание игроков пошло. И еще слышу дождь. Почему-то. Я слышал жужжание птиц, у меня подготовка к игре. Жужжание птиц? Вот это уже интересно. С этого места поподробнее про своего Дилли, да пожалуйста. Там у них есть специальные штаты, Миннесота называется, знаешь, такой. Вот и они по всей Миннесоте там давай мед перекладывать. Если что, у меня одиночные. Я не могу тут это такать. Если слышишь, как бы, очереди, то это точно не я. Блять, Вова. Да, я сам хренел. Совсем да, рядышком, вот. Да? Да, совсем рядышком. У меня прям почти что в упор. Ну, вот по звуку. Я нашел место, где подойти, Вов. Угу. Я захожу. Это ты там сзади шаришься? Да. Вижу сгущенку впереди. Важная информация. И банки, и бутылка воды. Только не надо разрывать мне челюсть, Борис. Я знаю, что ты сбежал слюны. Кстати, прекрасные формы у вас, Борис. Да ладно, я за любой движ, кроме голодовки, конечно. Не, голодать это реально хуёво, конечно, да. Это не еще похудеем, станем с тобой это мощными, атлетичными, красивыми. Короче, подожди, да, вот посмотри, что у меня с руками там, а? Блять, хватит, все, успокойся. Прекрати, не мучай меня. Ну ладно, 4 патрона, чё. Аптечку можно небольшую? Это ты? Где? Около кочки, во, я же выползу. Из-под машины. Ку-ку! Вова, я сзади. Предпиздец команды ебанутых. По-моему, мы не переживем этот рейд. Да, конечно. Но ты вносишь в мою жизнь изряд на хаоса. И мне это нравится. Он неверенно улыбается и принимается заглядывать монету, которая мелькает у него между пальцев. Это все. Так, гном нас не должны здесь были видеть, гном. Гном, бежим. Люди! В этом где? Доме забежал только что в эту дверь мужик. Один. Второго не видел. Мужик, один, представляешь, что он там... На тебе, джетпак, это тебе. А, чё, думаешь, я слишком... ты слишком заметный с ним? Да. Спасибо, очень приятно. Моя доброта ведь никогда не бывает просто так. Не-не-не. Не, это гениально. Почаще, почаще. Немецкое подиво началось. Они же дураки, у них же их много. Человек! На четвереньках! Да я вижу, он что-то бежит. Я такой думаю, ноги на четвереньках, вот это да! Серьезно, я реально думал, что на четвереньках. Я думаю, мне тоже так показалось, кстати, со стороны. Человек, на четвереньках! Я еще, знаешь, так обрадовался. Вот это вот! Принимайте нового клоуна! Человек, на четвереньках! Не, ну серьезно, я сказал, будто Шапито выступает. Такой, человек, на четвереньках! Вау, человек, на четвереньках! Извиняюсь, я знаю, что не смешно, но мне смешно. У меня сил нет, Вова. Я сейчас его добью. Давай, отвлеки. Блин, ну ладно. Ороть сможешь? Не знаю. Да. Ороть. Т-тактика.
Типа, я сконцентрировался на рыцаре, и мне было легче отражать атаки орочек, потому что они с Лисадом шли с одной стороны. Это было неплохо. Да, но еще я покрутил свой меч. Не в этом смысле, не в этом смысле, ты видел. Знаешь, что у меня прям вот так тут помассил сюда ко мне. Я серьезно говорю. Пойдем за мной, пойдем за мной, я тебе тут покажу. Труп? А смысл? Подожди. Ну посмотришь на тулуп чего-то у людей, что ли, каждый день видишь. Пошли давай.